идея у газеты, поэтому собираем вас в газете. Идея очень классная, вот сразу вам говорю. Здоровская идея. Мы на уровне Чебоксар ее апробировали на вот таком республиканском масштабе, да, вот вышло на ура. Поэтому если то, что сейчас вам скажет, расскажет вот про идею проекта, если у нас получится, я считаю, мы прожили не зря. Вот правда. Потому что наша память, пока мы еще сами живы, это здорово. Мне очень нравится, что Майя сама сказала по поводу Чебоксар. Действительно, она делала этот проект, и поэтому она уже знает, что это хорошая, классная штука. А проект называется, в котором мы приглашаем вас принять участие, «Бессмертный полк». Мы, газета «Грани», стала партнером федеральной акции, которая называется «Бессмертный полк». В чем она заключается? Значит, мы размещаем в интернете, на сайте «Бессмертного полка», через нашу газету, через наш сайт, информацию о ваших дедах, родных, бабушках, которые участвовали в войне. То есть там через определенную форму человек заходит туда и пишет небольшой рассказ о своем деде, его фамилию, имя, отчество. И таким образом формируется база данных новочебоксарских ветеранов, которая будет доступна в интернете и памяти которых мы сохраним. Это в двух словах. Значит, и это первый этап акции. Второй этап акции. «Грани» готов, значит, мы распечатываем фотографии этих наших дедов, прадедов, родственников, и в колонии «Бессмертного полка» под баннером «Бессмертный полк» проходим 9 мая, значит, вместе с парадом Победы в Новочебоксарске, где люди, наши горожане, идут и несут эти фотографии в своих руках, где фотография большая, по имени отчеству сержант запаса там или что-то вот в этом роде. Значит, мы в «Грани» готовы распечатать эти все фотографии бесплатно. То есть, что нам требуется от вас? От вас требуется, значит, чтобы вы подключили к этому ваши школы, ваших школьников, чтобы каждому школьнику или какому-то количеству было дано домашнее задание зайти на сайт проекта, мы вам напечатали специальные инструкции, мы их тоже раздадим. Газету тоже мы с этой статьей тоже вам дадим в нужном количестве, на штук 20-30 на каждого. Мы сейчас подготовим пакеты с этой газетой, вам вручим, чтобы вы, например, вручили тоже людям. И каждый ребенок, значит, он поговорил с своим родителем, с матерью, с отцом, написал небольшой рассказ про своего деда, фамилию, имя, отчество, подгрузил фотографию, потом пришел с фотографией к нам в «Грани», мы ее отсканируем, распечатаем, сделаем в красивом виде и ждем этих людей под знаменами «Бессмертного полка» 9 мая 2013 года на площади Победы. Вот такая акция, вкратце. Какие-то вопросы?